Так, всем привет! С вами художник-мультиинструменталист из Челябинска, Маркер. В этой части я буду рисовать граффити персонажа. В предыдущей был граффити-шрифт. Трансляция продлится порядка часа. Надеюсь, я успею все выполнить. Сначала будет создание эскиза, набросок с помощью карандаша, контура и заливка. Так, ну все вроде нормально, подключаются, ребят. В первой части мы рисовали шрифт. Так, что-то пошло не так. Это будет классический мультяшный персонаж. Граффити. Граффити у нас связано с токсичными материалами, такими как краска в баллончиках, поэтому мы одеваем его в респиратор. Кепку для защиты глаз и волос.
руку ему влагаем баллончик, вкладываем баллончик. Раньше нередко использовалась бумага, эскизники, сейчас же все ориентируются на более, скажем, более подготовленные, фотографируют свои эскизы на телефон и рисуют уже с них. Я пока не вижу ваших комментариев, если что. Угу. В небольших перерывах буду стараться отвечать. Пока отдамся рисованию. Сейчас, напомню, я делаю набросок. Набросок, поисковый набросок персонажа. Нащупываю форму. Здесь не обязательно строгая линия. Впоследствии, после утверждения эскиза, можно все довести до должного качества. Так как я работаю карандашом, некоторые моменты можно будет подтереть. Вот Марти Макфлай, да, похоже. Часто рисуют адики. Adidas Original классические. По-моему, они назывались Rockstar. Поэтому я обращусь к этому, к этой форме кроссовок. И всегда можно будет изменить немного. Какой палец забыл? Где? Здесь? Все, палец на месте. Так, ну вот у нас небольшой набросок. Вполне удовлетворяет. Тему.
следующим пойдет копик. У него есть классическое перо, диагональное. Также присутствует brush pen, так называемый, для рисования живых линий. Brush pen позволяет прорабатывать как тонкие ювелирные линии, так и очень толстые внушительные. Позволяет их совмещать.
очень детальную проработку можно делать с помощью такого пера. Шнурочки ему добавить теней, скажем, чтобы он был подсвечен откуда-то справа. Таким образом надо левую сторону затенить, кинуть тень от телефона и левой руки. Не потерять тень можно сделать с помощью точек. Вот такой у нас персонажик в контурах. И теперь мы подберем для него цвет.
цветовое заполнение будем делать с помощью карандашей. Это у нас кожный. Упор был сильный, его не оголять, дабы он не сломался в процессе. Иначе приходится прибегать к таким инструментам, как зажим. Стерео мастерку. Несколько заходя на тени и контура, можно достичь более атмосферного заполнения. Если здесь не видно, то некоторый тон черного перекрылся карандашом. Респиратор у нас 3М. Оранжевый баллончик. Клокворк. Thank you.
перчаток добавить. Видимости работы. Брызги, грязь, пятнышки. Таким образом персонаж у нас будет со своей историей. Рабочие перчаточки. Это может быть несколько поживее в плане загрязненности. Слаб розовый добавит прозрачности на перчатке. Классические латексные перчи. Желтый – это рефлекс на задней крышке от перчаток. Раскидаем тени. Сюда добавим эффект хрома. Эту часть оранжевой. Такой достаточно позитивный персонажик получается. This one. 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 This one.
дабы оранжевый глубже смотрелся, я его заполняю желтым. Мягкие карандаши часто ломаются в процессе работы. И побеждаю с помощью вот такой вот штуковины. Зажим для стержней используется чаще для стержней перьевых таких шариковых ручек.
получается достаточно яркий персонаж. Но его можно усилить за счет добавления фона контрастного. Интенсивный красный хорошо будет смотреться. Можно дать ему имя. Дабы он сильно не сливался с фоном, можно дать ему ободку с помощью кривого помпового маркера. Thank you.
тряхануть местами. Ну что? Вот что у нас получилось. Классический граффити персонаж с нуля. Начиная с разработки, поисковой карандашный набросок, затем контура, затем заливка цветными карандашами, добавление фона, это вот красное заполнение задним планом, и завершая все отделением от фона белым акриловым фломастером, который вследствие нанесения на еще свежий спиртовой фломастер дал розовый оттенок. Такие дела. Надеюсь, вам понравилось. Все. На этом я с вами прощаюсь.